недостача. Недостача, сгори все это ясным пламенем. Эх, проскочу! Петя! Петя! Булочки здесь разбросали. Петя, где ты? Я здесь. Что-то я не туда зарулил. Стеклышко. Петя! Ух! Так что же, Петя, теперь делать-то будем, а? Стекло. Стекло? У меня в магазине одних напитков аж проты. А сок манго? И дверь изломал, для воров дорогу открыл. Дверь-то я сам навешу, но ее приварить еще надо. Мое дело сторона. Теперь я лицо материально безответственное. Сгори все ясным пламенем. Вот так. А что в магазине пропадет, ты виноват, Петя. Ваня! Вань! Ваня, помоги! Дверь приварить надо! Выручай! Петя! Ты что, чокнутый? Соображаешь? Ты что думаешь, сварка? Это так себе? Да я хотел попроворнее. Попроворнее? Пожар будет. Что в нашем деле главное? Сваривать различные металлические детали. Детали. Главное, пожарная безопасность. Погорим все. Нет. Будем ждать электрика. Да. Надо подождать. Могло бы загореться. Кабель-то дурья голова. Без изоляции. Замкнет и полный привет. Ага. Замкнет и загорится. А мы, Петя, контакты изолируем и полный порядок. Убери ящики и стружки. Попадет искра, полыхнет. Ну да, полыхнет. Полыхнет. Искра попадет. А мое дело сторона.